Jayadadhamadavam Kunjabiharim Gopijanavalabhagirivadadamadihim Yashodanandana Ямуна-тира-ваначарим Джайо-радхам, Мадхавам, Кунджа-бихарим Гопи-джана-валабха-гири-варадарим Яшода-нандана-браджа-джана-раханчанам Ямунатирам ваначари Ямунатирам ваначари Джайрата Мадхава Кунджабихари Гопиджана Валлабха Ashodanandana Braja Jana Ranjana Yamunathira Vanachari Yamunathira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Рама, Рама, Харе, Харе. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама. Рама, Рама, Харе, Харе. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayam Gauranitai, Gauranitai. Гаура нитай, джая гаура нитай,
जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Так, дорогие преданные, мы продолжаем попытки послужить Гопалачампу, великолепнейшему произведению, трансцендентному описанию игр вечного жителя Вриндавана, Ачарья Дева, его божественной милости Шрила Джива Госвами Прабхупады для всех нас. Мы читаем Уттара Чампу, вторая часть Гопала Чампу, глава 31, глава называется «Препятствия на пути Гопи». Утром в собрании Нанды в присутствии принца Враджа Снигда Канта начал рассказ. После того, как Кришна взволновал сердца всех в вечерней встрече во дворце, люди Враджа пришли утром пообщаться с ним, дабы наполнить свою жизнь счастьем. Затем Кришна, как обычно, утром пришел с друзьями к своей матери. Все женщины тут же устремили на него любящие взгляды. Кришна выразил им почтение по старшинству и получил от них благословение. Со слезами на глазах Кришна сел Яшоде на колени и напился из ее груди молока. При этом мурашки бежали по его телу от счастья. Слезы, текущие из его глаз, намочили ее стопы. Погубив всех демонов, Кришна вернулся из Двараки после долгой разлуки и на следующий день сел на колени Яшоды, которая тщательно стала осматривать его тело и руки. Сравнивая его прежний вид, она увидела, что на его теле появились шрамы. Ее плач напоминал ранний утренний киртан, который другие женщины подхватили со слезами на глазах. Когда Яшода и Кришна обливали слезами, старшие женщины тоже заплакали и стали укорять Яшоду, что она побудила плакать Кришну. Затем они вдохновили Яшоду и Кришну, источник счастья, в блаженстве смотреть друг на друга. Прижав к себе Кришну, Яшода сидела с ним, как в возрасте Пауганда. Кришна держал ее грудь, подобно маленькому ребенку, и теребил украшения. Этим он доставил счастье всем женщинам, смотревшим на него. Затем Кришна с трудом добился ее разрешения и пошел с друзьями к Нанде Махараджу, дарующему радость. Как только Кришна пришел в собрание в Раджаваси, все чрезвычайно обрадовались, и толпа заревела, как океан. Нанда и другие, подобно птицам Чакора, окружили Кришну, и хотя они упивались нектаром его красоты, они не могли на него наглядеться. Теперь Кришна был пастушком в возрасте Кайшора, с флейтой в руке и павлиньим пером в волосах. Забыв прежние страдания, он новыми путями являл искусство премы жителям Враджа. Видя это, Дарука подумал, что Кришна не вернется в Двараку. Отец Кришны и его родственники вместе с брахманами одарили его благословением и оросили его голову слезами. Друзья Кришны, обнимая его, смочили его грудь капельками пота со своих тел, а младшие омыли стопы Кришны собственными слезами. Обычные люди подумали бы, что это праздник омовения. Там были группы магадхов, описывающие истории родовых династий, суты, рассказывающие пураны,
Ванди, воздающие хвалу Кришне, и талантливые музыканты, играющие на винах, мридангах и других инструментах. Молодые юные старики плясали в ликовании от того, что вновь обрели Кришну. Все жители Гокулы, мужчины и женщины, танцевали в счастье, как прежде во время рождения Кришны. Это было подобно тому, как сначала у них украли бесценное богатство, а затем это богатство вернулось к ним. Некоторые, словно тучи с высоких мест, разбрызгивали на всех молоко, йогурт, топленое масло и воду с куркумой. Когда праздник был в самом разгаре, полубоги принялись танцевать и поклоняться в Раджавасе, осыпая их цветами, слагая стихи и слова восхваления. Все обезумели от счастья, друзья не узнавали Кришну, родственники не узнавали Нанду и его братьев, никто не узнавал друг друга, жены братьев Нанды не узнавали счастливую Яшоду. Спутницы Радхи не узнавали Радху. Купаясь в блаженстве, держа в руках разные предметы, все смотрели друг на друга и не узнавали себя от счастья. Все обезумели от счастья, друзья не узнавали Кришну, родственники не узнавали Нанду и его братьев, никто не узнавал друг друга, жены братьев Нанды не узнавали счастливую Яшоду, спутницы Радхи не узнавали Радху. Купаясь в блаженстве, держа в руках разные предметы, все смотрели друг на друга и не узнавали себя от счастья. Матумангала танцевал, выкрикивая «Харибол, Харибол, Хари, Харибол». Затем он принялся прославлять деяния Кришны, как были убиты им разные демоны. Ликовали Матумангал хватал людей за одежду, за руки и громко смеялся, вовлекая всех в шуточную битву. Пастухи в блаженстве раздавали брахманам, сутам, танцорам и вандинам дорогие подарки, словно бесценные сокровища. Они дарили друг другу драгоценности на радость Кришне, и все преисполнились щедрости и благородства. Отбросив стеснение, Нанда, защитник Враджа, также веселился, прыгал в воду и, выходя на берег, счастливо раздавал одежду и украшения всем людям, даже портным. Он раздавал вкусные яства, наслаждаясь праздниками, чествуемый всеми жителями Враджа, Нанда забыл о Двараке и о Ядовах. Пропустив Нанду и других вперед, Кришна пошел в лес с друзьями посмотреть на коров. Сын Нанды отправился в лес разыскать коров, но коровы сами нашли Кришну по его аромату и тут же издалека прибежали и обступили его со всех сторон. Кришна наслаждался их протяжным мычанием. Обступив Кришну, коровы, казалось, танцевали вокруг него. Нанда и пастухи звуками «джари, джари» преграждали им путь, а коровы заграждали им путь Кришне и наслаждались этим соперничеством. Затем Кришна остановил коров, играя особую мелодию на флейте и глядя на каждую из них. Призывая коров по именам, его отец и друзья умиротворили их. Кришна же, глядя на каждую корову, плакал от любви к ним. И коровы тоже лили слезы, глядя на Кришну, Нанду и пастухов. Ах, это место превзошло Гангу. Кришна побудил коров кружиться вокруг него и затем вместе с пастухами стал пасти их. Пропустив Нанду вперед, он пошел к любимым коровам и с удовольствием подоил их, как раньше. Кришна поклонялся коровам, будто полубогам, и потом с аппетитом отведывал блюда, приготовленные Яшодой. Даруя счастье всем друзьям, он провел с ними вечер, как и в былые дни. На следующее утро, где все ликовали от счастья, Упананда в блаженстве созвал Раджа Васи и пригласил Кришну.
Так каждый день то Апинанда, то другие приглашали Кришну на праздник. С того времени, как Кришна вернулся, постоянно звучала музыка, люди пели песни, прославляли подвиги Кришны, как он убил Камсу и вернулся в Гокулу. Когда Кришна приходил домой, все это усиливалось несколько раз. С того времени, как Кришна вернулся из Двараки во Врач, все родственники жителей Гокулы и все коровы тонули в волнах счастья. Дарука думал, Кришна жил в Двараке, чтобы сокрушить всех демонов, но как человек с неоплатным долгом, он вечно пребывает во власти жителей Враджа. Чтобы подвести к концу историю, рассказчик сказал, видя все это, полубоги говорили между собой. Кришна, который играл на флейте ради наслаждения Враджа, отправился в дом Ядавов убить Камсу и других демонов. С диском в руке, верхом на Гаруде, он убил всех асуров и теперь вернулся во Врадж. Посмотрите на него, искусно танцующего, как прежде. Так множество дней пролетело в великом счастье. Завтра утром я опишу другие события. Закончив рассказ собрания Нанды, вечером он стал говорить в собрании Радхи на различные темы. Как осенняя луна побуждает свести лотосы, Кришна избавил от боли разлуки людей Враджа и затопил их волнами блаженства. В сердце своем его дорогие гопи преисполнились желания. Он вернулся и теперь должен остаться с нами. Они больше ни за что не хотели разлучаться с ним. И теперь я опишу, о чем думал Кришна. Кришна думал, я и гопи имеем одно желание, сжигающее нас изнутри, но теперь нам трудно не навлечь на себя позор. Из-за того, что я чувствовал стыд перед другими, я уехал в Матуру убить Камсу, я вернулся во Врадж спасти гопи, но не могу избавиться от стыда. Встреча на Курукшетре была подобна капле воды на раскаленной плите. Однако я должен оправдать надежды тех, кто во Врадже молился за меня. Но пока мне нужно оставаться безучастным. Размышляя так, Кришна затем подумал, но что случится, если я останусь безучастным? Размышляя так, Кришна затем подумал, но что случится, если я останусь безучастным? Хотя я покинул отчий дом, где наслаждался играми и долгое время жил на чужбине, очевидно, что гопи развили ко мне прему, сводящую их с ума. Теперь об этом знает вся вселенная. Когда я уезжал, гопи сказали, давайте пойдем к Матаве и остановим его. Что нам сделают старшие члены семьи и другие родственники? Они отбросили всякий стыд и долго рыдали. О Говинда, о Дамодара, о Матава, умы гопи всегда поглощены мыслями обо мне. Они дороги мне, как сама жизнь. Ради меня они отказались от всего, что связывает их с телом. Постоянно помня о моих играх детства и юности, они пели песни об этом и плакали. Одна из гопи во время медитации на общение со мной увидела шмеля и подумала, будто это мой посланник. Утава также сказал, гопи Вриндавана отказались от общества своих мужей, сыновей и других членов семьи, которых очень трудно оставить.
Баларама приехал во Врадж, пересказал слова Гопи. «Ради Кришны, о потомок Дашархи, мы оставили наших матерей, отцов, братьев, мужей, детей и сестер, которых очень трудно оставить. О Шмель, почему ты поешь о повелителе Ядовов перед нами, бездомными, нищими?» Так говорила Радха. «От этого я чувствую стыд. Если гопи освободятся от мужей, все преграды будут устранены, как говорили мудрецы в собрании на Курукшетре. Я антарьями, сверхдуша, которая может исполнить свое желание. Я могу сократить расстояние, разрушив незаконную связь моими безупречными деяниями. Своей женитьбой я устраню незаконные отношения в Гокуле, где каждый дружелюбен ко мне, которого трудно достичь даже мудрецам. Тот, кто ждет, не может терпеть, ибо задержка для него подобна смерти. Что же делать? Какое несчастье! Увядшие лица гопи огорчают меня. Я не могу оставаться спокойным, глядя на лотосное лицо Радхи. Она думает то же самое обо мне. Неспособные понять Кришну безграничного, как океан, Паурнамаси и Вринда встретились с Матумангалом и затем пришли к Кришне. Заметив его печаль, Паурнамаси представилась и благословила Кришну. Она сказала, слегка улыбаясь: «Ах, кажется, ты думаешь о женитьбе на гопе, ведь ты подобен драгоценному камню Чинтамани, способному исполнить все свои желания». Кришна спросил: «О, почтенная Паурнамаси, почему ты вдруг заговорила об этом?» «Потому что это то, чего ты желаешь, но пока не осуществил. Пожалуйста, объясни яснее, что ты хочешь этим сказать». Всем известно, что как Рукмини главенствует Двараке, так и Радха главенствует во Вриндаване, но это все еще не утвердили. «Ты не принимаешь Радху, как принял Рукмини?» Кришна, смущенно улыбнувшись, ответил: «Жители Гокулы не смотрят на Радху, как они смотрят на Рукмини». Паурнамаси сказала с сожалением: «Это не ошибка жителей Гокулы, это ошибка злодейки судьбы. Родители Радхи и других гопи согласны, чтобы ты стал супругом их дочерей, посоветовавшись с Васудевой. Гаргамуни сказал, что этого не должно случиться. Затем я мистической силой создала иллюзию, будто гопи вышли замуж, сон который казался явью. Таким образом, они печально полагают, что эти пастухи их мужья. Хотя ты создала иллюзию, все же есть один недостаток», — сказал Кришна. Паурнамаси с улыбкой отвечала: «В отличие от Бишмаки, который думал о выдании Рукмини за кого-то еще, отцы гопи не думали о выдании своих дочерей за кого-то другого. И какой вред, что они думают об этих мужчинах, как о своих мужьях? Какой вред может быть от сна?» Кришна сказал: «Они могут быть безупречными, но все же есть недостаток в том, что они считают их мужьями и потому могли спать с ними». Паурнамаси ответила: «Я не принимаю эти доводы, ведь гопи сказали: о дорогой Кришна, как сведущий в законах дармы, ты посоветовал нам принять как обязанность служить нашим мужьям, детям и другим родственникам. Мы согласны, что это справедливо, но на самом деле это служение должно быть не направлено только на тебя. Кроме того, о Господь, ты дорожайший друг всех воплощенных душ. Ты их самый близкий родственник и дорог им, как сама жизнь. Это же их слова. Эти слова доказывают, что гопи приняли тебя как своего супруга. Если ты самый близкий и дорогой друг всех живых существ, тогда ты наш дорогой супруг. Мы принимаем тебя как нашего возлюбленного с любовью, которая не позволяет нам прикасаться к другим мужчинам. Поэтому они поступили правильно. Некоторые, кто служили своим мужьям, оставили их ради тебя, а другим не позволили это сделать из-за того, что им не позволили служить тебе в нынешнем теле. Они развели любовь, чтобы служить тебе в другом теле, оставив материальное тело. К примеру, они говорили: «Дорогой Кришна, как знаток дармы, ты посоветовал нам принять нашей обязанностью служения своим мужьям, детям и другим родственникам. Шукадева Госвами тоже принимает отношение гопи с тобой, когда говорит о танце раса.
Введенные в заблуждение Майей и Кришны, пастухи думали, что их жены остались с ними дома, и потому не ревновали их Кришне. Слово «даран» – «жены» указывает на то, что мужья не могли увидеть истинную природу гопи, думая о них, как о своих женах. Причиной неспособности различать «бы» была твоя майя, вечно наделенная всеми энергиями, которая полностью предана тебе одному. Во время их замужества все тела созданы иллюзией, дабы обмануть женихов, которые не могут сравниться с тобой. Не были реальными телами Радхи и других гопи. Мужчины принимали эти тела как своих жен даже в постели. Таким образом, настоящие гопи в действительности не выходили за них замуж и тем более не спали с ними. Ты раскрыл это в учении Утхаве. Я их единственный возлюбленный и сама жизнь. Я всегда защищаю таких преданных. Ибо ради меня они отказались даже от исполнения своего долга. Безраздельно преданные мне юные гопи еще живут лишь потому, что я обещал вернуться к ним. А гопи говорили: «О Утхава, как жаль, что Кришна Арьяпутра, супруг, теперь живет в Матуре. Вспоминает ли он отцовский дом и своих друзей-пастушков? Говорит ли он хотя бы иногда о нас, своих служанках?» Шукадева Госвами сказал: «Юные жены Господа Кришны блистают подобно молниям в облаках». Когда гопи задали вопрос в Гопалатапанью Панишат, Дурваса Муни ответил: «Он ваш муж. Брама говорит, Брама Самити, Кришна высший возлюбленный, а гопи его возлюбленные». Знатоки мантр в двух великих мантрах, восьмисложной и десятисложной Кришна-мантрах, упоминают слова «гопи», «джана» и «валабха». Гаутамя Тантра объясняет мантру, состоящую из 10 слогов, в двух стихах, давая последовательно два значения согласно происхождению слова. Мантра может быть объяснена как поклонение Брахману, так как слово «валабха» может означать «свет», или поклонение Господу. Затем, чтобы не было никаких смущений, в заключении ты описан как супруг гопи. Чтобы принять значение слова «пати» как нечто иное, чем супруг, нужно понять происхождение этого слова. «Пати» означает «защитник», но такое толкование не подходит. Перед самым танцем раса гопи оставили своих матерей и отцов, сыновей, братьев и мужей, в зависимости от игры слов. Слово «пати» в этом утверждении не означает «муж». Поэтому не нужно бояться критики, что Кришна наслаждался с чужими женами, так как он вечный супруг гопи. В вышеприведенном стихе Шримад Бхагаватам 22.9.20 слово «путра» не означает их собственные сыновья, но сыновья жены брата. Шукадева Госвами говорит: «Они кормили молоком младенцев. Это не значит, что младенцы были их детьми». Я также соответственно назвала отношения Кришны с гопи незаконными, чтобы создать обман согласно словам Гарги, что девушки вышли замуж за других мужчин. Жители Враджа думали таким образом. Матхумангал с трудом сказал: «Хотя все во Врадже испытывают счастье при встрече с тобой, гопи теряют силу, они уподобились несъедобным камням в куче рассыпанного риса». Бринда сказала: «Это не ложь, ведь гопи и вправду обрадовались, как и другие жители Враджа, когда ты вернулся. Но видя твое безразличие, они лишились сил, однако страдания Радхи еще больше усилились». Парнамаси сказала: «О Кришна, когда Радха проливает слезы из-за твоего безразличия к ней, все как будто покрывается дымом. Огонь славен тем, что сжигает дерево. Если твоя према сжигает тело Радхи, тогда эта према достойна осуждения. Кришна счастье женщин Гокулы, притворяясь, что стирает пыльцу, попавшую на лоб, вытер слезы краешком тхоти и сказал:
должно быть благоприятно с любовью растереть пыльцу. Поддерживаемая Матумангалом и Вриндой, Парнамаси, понимая желание Кришны, получила его дозволение разыграть радостную лилу и отправилась к гопи, которые находились в уединении, мечтая, чтобы Кришна стал их супругом. Увидев их опечаленных, она тоже опечалилась. Гопи напоминали луны, заслоненные раху, или лианы, стерзанные ураганом в лесу, или поэтические украшения в неумелой поэзии, или чистую бхакти среди практикующих карму, артху и дарму. Благословениями устранив их печаль, Парнамаси сказала: «Пусть все жители Враджа будут счастливы, исполненные расы и всех добродетелей, как озеро с чистой водой. Если лотосы увяли, разве виноват в этом черный шмель?» Услышав ее слова, гопи, потупив взоры, все еще угрюмые, хранили молчание. Затем одна из них сказала надрывным голосом: «Почему бы лотосам не увянуть, хотя лотосы остаются в воде, если солнце, Кришна, побуждающее их цвести не в созвездии Скорпиона зимы, оно засияет в созвездии Овна летом и заставит лотосы цвести?» Парнамаси ответила: «В этом нет вины солнца, все дело во времени». Гопи сказали: «Так как ты достигла совершенства в практике йоги, для тебя нет ничего удивительного, но действие времени, направленное против нас, приводит нас в изумление». Парнамаси отвечала со слезами на глазах: «С самого рождения Кришна не делал ничего предосудительного, ведь он одаривает счастьем каждого, он сердце Гокулы, и теперь он вернулся к Гокулу. Сейчас пришло время возрастающего блаженства, которое явит нектар неисчислимых достояний. Но оно не разрушит то, что дает вам прибежище, подобно огню, который сжигает ги и древесину. Я хочу услышать о делах ваших подруг, которые так сильно страдают». Эта Сакхи, преисполненная рвения, захлебываясь слезами, застыла на мгновение. Затем Парнамаси увидела ответное письмо, которое они написали: «Во Вриндаване мы поделены на две группы замужних и незамужних девушек. Принадлежащие ко второй группе девушки, будучи разумными, считают обителю мудрости, как хозяин коров принимает корову за свою, наши мужья принимают нас за свою собственность. Но они наши мужья только по названию, как растение дхава называют деревом. Если мы вдруг захотим видеть своим мужем кого-то другого, кроме Кришны, то пусть нас лучше бросят в пылающий костер. Кришна останется для нас единственным супругом. Много раз мы хотели войти в огонь, бросившись в костер, мы обретаем Кришну, к которому так стремимся. Есть ли что-то иное, что может принести удовлетворение нашему возлюбленному? Наши сердца будут разбиты, если мы станем для Кришны причиной стыда. Если наши семьи и отцы чувствуют стыд из-за нас, мы войдем в огонь, чтобы достичь нашей цели. Все девушки, проливающие слезы, знают одно: без Кришны у нас нет обратного пути и нет жизни». Когда письмо, полное высочайших эмоций, было прочитано, а гопи лили горячие слезы, Парнамаси с сожалением скрыла свое желание. Затем она сказала противоречивые слова, дабы проверить их любовь, и чтобы каждое ее слово достигло их сердец. «О Сакхи, есть разумные женщины, питающие чистую любовь к Кришне. Их према порождает в них страх и стыд, препятствующие этой преме. Принимая эту прему, пронизанную страхом и стыдом, как препятствие, женщины, желающие себе блага, хотят расторгнуть свое замужество, но это неправильно». Выслушав ее слова и храня молчание, некоторое время с побледневшими лицами гопи бросали отчаянные взгляды и затем сказали: «Пусть эти препятствия будут.
у других нет этих препятствий, и потому они не понимают блага от них. В отсутствии премы может возникнуть желание иметь эти препятствия. Царицы Двараки развили понимание этих препятствий. Хотя Кришна постоянно был рядом с ними, и никого другого подле них не было, им казалось, что его стопы все время обновляются. Богиня процветания по своей природе непоседлива, но и она не может оторваться от стоп Господа. Так какая же женщина, однажды найдя прибежище у этих стоп, сможет оставить их? Шримад Бхагаватам 1.11.33. Когда гопи зарыдали, не в силах больше говорить, Парнамаси со слезами на глазах подумала: те, кто не знает, что гопи вечные возлюбленные Кришны, считают, что Кришна их незаконный возлюбленный, Упапати. Если те, кто знает, что гопи его вечные возлюбленные, все же осуждают гопи, это касается меня, может ли это доставить счастье Кришне? Я не осуждала эту идею, дабы защитить их от позора быть женами других мужчин. Но я раскрыла внутренние чувства гопи. В действительности нельзя считать, что Кришна на все времена является супругом одной женщины и что нельзя поклоняться Кришне как Упапати. Зачем отвергать замужество и принимать настроение Упапати, любовника? Когда Утава услышал речи гопи, даже они осуждали Упапати. Они сказали: блудницы уходят от мужчин, у которых нет денег, подданные покидают слабого царя. Ученики, завершившие обучение, покидают учителя, а жрецы покидают того, кто вознаградил их за проведенное жертвоприношение. Птицы улетают с дерева, на котором не осталось плодов, гости, наевшись досыта, уходят с гостеприимного дома, животные покидают горящий лес, а любовник, насладившись женщиной, бросает ее, хотя та привязана к нему. Со слезами на глазах Парнамаси затем сказала: «Урата, Чандравали, Лалита, Вишака, Бладра, Шама, Падма, послушайте. Царь среди Чинтамани, лучезарный сапфир, скоро исполнит ваши желания. И мы устроим это. Кришна не может оставить Вриндаван и вас», — молвила Вринда. «Это то, что поддерживает во мне жизнь. Кришна не бросает слова на ветер». Матумангала сказал: «Меня зовут Матумангалом, я сотворю благоприятную весну Мату и так оправдаю свое имя. Весной Кришна женится на вас». После того, как Парнамаси устранила препятствие для гопи, одна счастливая Саки из своей группы подошла к ней и с глазу на глаз сказала Парнамаси, ибо серьезные люди не раскрывают свой ум в собрании ради того, чтобы удовлетворить людей с разными мнениями. Я хочу сказать, что гопи не раскрыли свой ум. Затем гопи сдавленными голосами молвили: как Равана создал препятствие для Ситы, а Шишупала для Рукмини, жить в чем-то доме для Радхи и гопи будет нестерпимо. Неужели это станет вечным положением для подруг Кришны? Парнамаси подумала: это правда. Но тень Раху не может долго заслонять луну. Луна в своем вечном положении освещает сердце каждого. Затем она сказала: хотя вы считаете с женами, у вас есть хорошая поддержка. Разве можно это отвергнуть? С побледневшими лицами гопи сказали ей: «О, Парнамаси, послушай, все женщины в Раджа, не обретя Кришну своим супругам, сильно страдают. Они увяли от того, что были выданы замуж не за Кришну.
Их умы в агонии от разлуки с тем, кого они любят, и связаны с теми, кого ненавидят. Их так называемые мужья, которые постоянно подозревают их, ругают их и чинят им препятствия. Невыносимая разлука с их возлюбленным жгла сердца гопи, и эти муки сожгли всю их плохую карму. В этом состоянии из-за боли, причиняемой их сильной привязанностью, Кришне каждое мгновение было, словно они жили в клетке, объятой огнем. И каждое мгновение тянулось для них, как кальпа, и затем разлука с Кришной кончилась. Но потом они увидели, что он безразличен к ним, и потому унижение и стыд стали их достоянием. Проклиная себя, они были на грани смерти. Что еще можно сказать? Будучи очень нежными внутри и снаружи, гопи с детства были подобны ланям, которых в лесу завлек и пронзил хитрый охотник. Они попали во власть непреодолимого страха, который приводит в трепет сердца тех, кто слышит об этом. Кто же мог равнодушно и без сострадания думать, что это природа расы? Никто. Может быть, какая-то сакхи, подобно времени, способна ждать до конца кальпы? Парнамаси со слезами на глазах и дрожа обняла обессиленных гопи, успокоила их и благословила на исполнение их желания. Она устроила встречу с их подругами и вернулась в свою соломенную хижину. Бринда пошла в свой лес, а Мату Мангал отправился к Кришне и потом рассказал ему все благоприятные новости. Радха, сильно страдая, отправила своих сакхи проверить искренность Кришны. Услышав об этом, Парнамаси послала ей такое письмо. «О Радха! Тебя зовут таким именем. Твой отец Вришабхану, а мать Киртида, Яшода твоя свекровь, твои подруги Лалита и Вишака, леса, где Кришна играет, твое место обитания. Кришна твой муж на все времена, я не знала ничего, кроме этого. Я не знаю ничего, кроме этого. Я не хочу знать ничего, кроме этого». А вот как молятся высочайшие преданные Кришне. «О Гиридари! Твои отец и мать, Нанда и Яшода, Радхика, твоя возлюбленная, Шридам и Субала, твои друзья, Баларама, твой старший брат, флейта, твой музыкальный инструмент, павлинье перо, твое украшение, Нандишвара, твой дом, Вриндаван, лес у твоего дома, о Господь, я ничего не знаю, кроме этого». Рассказчик заключил: «Завтра утром я буду говорить на другие темы. Пусть всегда на нас нисходит ваша милость и защита, ведь вы теперь воссоединились после долгой разлуки». Довольные заключительной молитвой из вед, все вернулись домой. А Радха и Кришна вернулись в обитель игр, объятые желанием. Итак, еще одна глава закончилась, нектарная, дорогие друзья. Глава 31. Уттарачампу, препятствия на пути гопи. Нитайгора Премананде, спасибо большое.